Привет, друзья! Приветствую всех у себя на канале. Сегодня буду готовить очень вкусный густой суп. Мы его называем соусом. А перед тем, как начать, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии. Очень приятно получать обратную связь. И пойдем готовить. Первым делом варим мясо. У меня здесь 1,5 килограмма говяжьего мяса, говядины. Я варю двумя способами. Первый способ – если не успеваю оставлять долго в воде, выливаю первый бульон через 2 минуты закипания, наливаю новую воду и ставлю вариться. Но так как у меня мясо оставалось 2 часа в воде, я бульон выливать не буду, сразу поставлю вариться. Мясо как начинает закипать, собирается пенка. Обязательно эту пенку соберите. Добавляю соль и варю до готовности. У нас уже сварилось, и за это время я подготовила все продукты. У нас будет суп-соус. Соус означает не тот соус, который вы привыкли, а это густые супы у нас называется соус. Поэтому мы берем много картофеля, много лука. У меня здесь средние 3 луковицы, 4 маленьких моркови, картошка. Здесь у меня домашнее лечо, 2 ложки томатной пасты домашней, сливочное масло кусок, подсолнечное масло и паприка. И идем к плите. Ставим кастрюлю на огонь. Добавляем немного растительного масла. Добавляю кусок сливочного масла. И сразу добавляю лук. Такие супы мы мелко не режем ничего. И лук, и картошку буду резать крупно. Добавляю морковь. Морковь тоже не мелко нарезала. И пускай вместе поджаривается. Но сильно зажаривать я не буду. За это время нарежу картошку. Лук уже, морковь тоже пожарились. Слишком зажаристой не надо делать. Вот так хорошо. Добавляю лечо. У меня домашнее лечо. Добавляю томатную пасту. Особенность армянских супов, чтобы они были красными. Мы любим, чтобы суп был приятного такого красного цвета. 2 минутки поджарится. Добавлю паприку. Добавляю паприку. 2 минутки с паприкой поджарится. На этот момент добавлю сухую зелень. В жаркой вкус совсем открывается, да? Здесь у меня базилик и чабер, да? В комментариях мне написали титрон. По-армянски, по-русски называется чабер. Эти две зелени очень хорошо подходят к мясу. Поэтому к любому мясному супу или к мясу я всегда добавляю. Пускай 2 минутки поджарятся. Все вместе уже хорошенько поджарились. Такой вкусный аромат наполнился в кухне. На этот момент добавляю картофель. Все вместе хорошенько перемешиваем. Добавляем бульон. Обязательно бульон процеживайте через сито. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем мясо. Я мясо уже отделила от косточек. И варим на медленном огне.
под закрытой крышкой. Наш суп уже варится 20 минут. На этот момент добавляем лавровый лист и перец. У меня замороженный, если есть свежий, добавляйте свежий. Варим до готовности. Суп уже готов. Надо попробовать на соль. Я попробовала. Все у меня в норме. Мясо варилось с солью. Вполне хватило. Добавляю черный перец. Добавляю зелень. У меня замороженная. Здесь кинза и укроп. Все перемешиваем. И оставляем, выключаем газ, оставляем 10-15 минут, чтобы все вкусы перемешались. И подаем на стол. Вот такой красивый, вкусный и очень ароматный суп у нас получился. Суп получается очень вкусный и очень густой. Обязательно приготовьте по моему рецепту. А кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем пока-пока.